Транспортную блокаду сегодня устроили янтарные старатели в Житомирской области. Около 100 человек требовали разрешить им добычу. Как сообщил один из депутатов Житомирского облсовета, вначале старатели ворвались в Олевский горсовет, а потом поехали блокировать трассу Киев-Ковель. Местные жители ходили по пешеходному переходу, пропускали только машины экстренных служб и маршрутки. Из-за этого вдоль обочины выстроилась длинная очередь из фур. И в другой области, Харьковской, сегодня задержали партию янтаря. Более 7 килограммов мужчина пытался вывезти в Россию. Пограничники остановили автомобиль «Рено» в пункте пропуска «Гоптовка» во время осмотра и нашли контрабанду. 14 пакетов с камнями мужчина спрятал под обшивкой в разных местах. За рулем был житель Донецкой области. Где взял янтарь и куда вез, сейчас выясняют следователи. Ми заздалегідь отримали інформацію від працівників СБУ щодо можливого переміщення сонячного каменю. Під час поглибленого огляду під обшивкою автомобілю було виявлено 14 пакетів з бурштином. На даний момент правопорушника автомобіль та товар передано представникам СБУ.